Ой, о, гляди-ка. О. Вкусные истории. Раз. Да. О. Мы с вами находимся на главной киностудии страны кулинарии «Вкусфильм». Перед вами ежедневная творческая суматоха. Пойдемте дальше. Давай сегодня встретимся, хорошая моя. Так, съемка окончена. Всем приятного аппетита. Вот так получаются звезды кулинарного кино. Пойдемте дальше. Куда муку ставить? Ой, что ты их по тарелке-то гоняешь? Растираю. Готовлю растертые желтки. Яйца растираю без скорлупы, с сахаром и солью. Приготовились, начали! Ого, целая кинофабрика! Я вас всех уволю. Где мука? В сценарии написано «вы». Выйдите меня отсюда! И быстро желтки с сахаром. Морковка, приготовились. Выливаешь сливки. Вот. Хорошо. Где масло? Один момент, уже бегу. Вот все заливается молоком. Молоко. И взбитые белки. Все перемешивается. Теперь вы со своей сковородкой. Я не умею готовить. Показываю. Легко и непринужденно. Наливаете. Выравниваете, жарите. Переворачиваете. Вот так, вот так. Где у нас варенье и творог? Сейчас организуем. Машина творога уже на подходе. Тонко намазываем вареньем. Затем берем другой блин, покрываем творогом. И так слой за слоем, слой за слоем. Вот так каждый день здесь рождаются новые звезды и фильмы. Пирог! Ура! Приятного вам аппетита!